игрок команды БК «Нефтехимик» Виктор Пятницкий. Виктор, что вы скажете по сегодняшнему матчу? Сегодня тренер нас настраивал на тяжелую игру. Во-первых, надо было нейтрализовать высоких игроков, которых у них было недостаточно. У них было 3 игрока за 2 метра в росте, и это самая главная опасность была под кольцом. С маленькими мы играли низом, давали им проходить, потому что с трехочковой дистанции у них нет таких явных снайперов. Как в прошлый раз вам досталось, да? От Майкова. Но в принципе вот в последней четверти вы немножко расслабились, мягко говоря. Да, в последней четверти мы допустили очень много ошибок. Хотелось бы, как сказать, чтобы была более организованная игра, чтобы от третьего номера первый всегда получал, заказывал комбинации. Быстро атаки, конечно, хорошо, но когда 2-3 потери подряд совершается, надо уже доводить до дела, до комбинации. Ну ладно, успехов завтра, спасибо. Главный тренер БК «Нефтехимик» Дмитрий Тараканов. Сегодня соперник был попроще, чем «Динамо» МГТУ. Вот, что-то получилось, концовки засбоили. Жуть, что творилось в последней четверти. Ну вообще о матче. О матче в целом. Нам удалось сегодня заиграть Миша Проводина. Хорошо боролся на щитах, набирал нужные очки. Ребята с периметра, Кулаков Илья попал, Денис Витанин попал. В целом команда выглядела хорошо, мы боролись, до второй половины мы выигрывали щит. В третьем периоде мы немножко проиграли щит, но сделали меньше гораздо потерь, чем наш соперник. Но в конце четвертой, там, за 3 минуты до конца, ребята уже почувствовали веру в себе и хотели уже сыграть на публику покрасивше с данками, но, как говорится, не получилось. Много ошибок наделали за счет этой скорости. Ну понятно, но тем не менее, с победой с домашней, с первой. С победой. Вот, и завтра ждем положительного результата. Ладно. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Да. Что сегодня не получилось? Долгая дорога сказалась? Дорога была очень тяжелая. Вчера вечером, возможно, не втянулись, не отошли. Ну, на завтра как настрой будет? На боевом? Ну, удачи! А кому фолтер? Сметанину? Штрафной. А, 2 броска? А? Бросай, Черкесск. Черкесск кидает. Попал. 22-20. Так, и еще раз бросаю. Черкесск. Попал. Есть. 3 очка. Тоболь забиваю. А нет, двоечка. Заступил. Так. Кто придумает Тобольчик? Выводили долго на... и свалили в нападение это болики. Восемьдесят три, шестьдесят восемь. У Тобольска кем перешел? Последняя минута четвертого периода. Четвертый фол получает
игрок Эльбруса. Ну, в принципе, следующий будет пробиваться, осталось секунды до конца. Эльбрус в атаке. Играющий тренер не выходит с площадки, будет атаковать издали. И забивает 3 очка. 3 очка. Сергей Бородников. Опять дальний бросок играющего тренера, не попадает он, но опять подбирает мяч, опять бросает, снова промах, получается. Двенадцать секунд до конца, 11, 10, 9, Табуц будет до последнего разыгрывать, стучать мячиком, атаки не будет. Без броска. 83-71. Счастливо. На больше выиграл. Счет 83-71.